Доброе утро. 7 часов у нас. Я уже варю кукурузу Гришину. Всю пообломала там кое-где не очень. Такая с червячками. Ну, в общем, ничего страшного. Все пообломали плохое. И теперь все, что хорошее, то варится. Все равно ничего не видно, то что здесь все эти листочки. Вот. С утра пораньше. Я сейчас иду будить детей в садик. Садик, просыпаться. Чё ты? Не хочешь садик? А чё ты плачешь? А чё случилось? Антоха, а чё случилось? Чё случилось, Антош? Антоша, просыпайся, просыпайся. Чё тебе приснилось? Просыпайся, мой хороший. Что случилось, сына? Чего? Страшный сон. Все, сон уже точно закончился, сын. Можно просыпаться, хорошо? Все, уже не страшно? Уже не страшно? Пойдем умоемся, пойдем. Так, ну что, все готовы в садик? Все чай попили. Антошка сделал всем чай. Да нет, она выпивала из-за вот этого Так, Антошек, там твои сандалии после рыбалки, я же их помыла. Афон, тебе помогать или ты сам? Помогать. Помогать? А, и я с вами схожу. Два карасика вытянула. Привет. О, я сегодня с девушкой до речки схожу. Знаешь, что сделаю? Два карасика вытяну. Угу. Решили, ну так подольше. Даже положи шлангу, пусть лежит. Чтобы под кустами было влажно, все, хорошо? Пусть поливается. Да, так засекай 10 минут под одним кустом. Мама, 10... я могу телефон взять 10 минут засекать. Засекай. Так, кукурузку мы уже подъели. Здесь еще немножко осталось жене. Здесь у меня зеленый борщ с горьким перчиком. Горький перчик. Ой, простите. Арбуз мне пошел не в ту пору. В общем, с томатом, но без свеклы будет зеленый борщик. Сейчас покипит. Потом добавлю щавель, я уже порезала. Вот оно, яйца здесь. Вот они остужаются. Варила я куриный бульон на хребте, на курином. На домашней курочке, вот. Так что сейчас все это немножко покипит. Будем добавлять яйца, щавель, зелень и чеснок. Я думала, ты пишешь рассказ. Я хотела написать рассказ. Напишу. Да? Ну, давай тогда игру. Когда я не дописывала рассказ? Снова. Ну, давай тогда игра, я пошла продолжать работать. Вернее, готовить. Нет, работать. А, вязать. Угу. Опять 25. Все, у меня обеденный перерыв. В общем, буду кушать борщ зеленый. Сметаной, с курицей, с кукурузой, с компотом, все вместе. Вот. И с телефоном, потому что папа уже покушал, уехал. Григорий тоже уже поел с папой. Я теперь сама. Ну тогда подсуди. Я вот сама не знаю, почему папа эту штуку. Папа нам сделал штуку, резать грушу будем. Для закатки на 4 части. Потом я буду все вырезать. А сердцевинку. Я да, пальцы убирай только. Сюда, в миску, Гриш, клади. И будем потом их мыть, потому что сейчас все равно здесь деревяшка, и они могут упасть, потому что что-то папа нам на краю, да? Я прекратила. Ой-ой-ой-ой. Угу. 35 раз. У нас груш, два ведра, одно вот такое небольшое, и там еще стоит обычное 10-литровое. Все, теперь и вот сюда сверху второй рукой накрывай. Ты одну вот эту убирай. Не, я вот эту. Чтоб не отлетало. Чтоб? Ой-ой-ой, куда? Смотри, вот так теперь закрывай. Да. Теперь подожди. Да, вот так убирай. Это что такое в банке, хорошо? Ага. На свитер. Ну, я здесь буду. Мама, это... Антошка что-то говорил, мы довели, а ты сегодня должен поехать. Не знаю, еще не созванивались. А что, он хочет? Ну, он хотел бы, да. До Вики. Так, я дорезала грушу, потому что Григорий там немножко себе палец
порезал, поцарапал, в общем, ножиком неаккуратен был. Вот. И сейчас буду ножом вычищать серединки и потом все это мыть. Яблоки, груши. Я поврезала, в общем, серединки. Представляете, еще отходов больше, чем полведра получилось. Вот этих вот просто серединок. Вот. Так что теперь мою банки и потом уже мою груши и раскладываю их по банкам до плечиков. Так, 7 баночек груш получилось. Я намыла 8, одна лишняя. Ну я, махни все двери, а что леди ты наша? Дети, подожди, стой. Все, за ручку, давай, Афонечка. Руку идем до машины, да? Маргарита у нас сегодня будет. Нет, не вперед, все назад, все в кресло садятся. Да, ты сюда, Маргарита, Фонь, ты туда. Маргарит, как день прошел у тебя в садике? Покажись, хоть лицо покажи, а то кепка не видно тебя. Расскажи, Антоша уехал, да? До Вики Веденевой, да? А ты не захотела? А Фоня молодец, он вообще не захотел ни с кем ехать, кроме мамы и папы, да? Сказал, я не поеду. И я за ним приехала. А Антоша уехал? Да. Вот пойдемте до Фиолеты. Куда? До Фиолеты. До Фиолеты? До Виолеты он поехал. До Вики, да? Угу. Так, ну что, пошлите заходить? Да. Бежали с ним. Так, ну что, мы уже дома, приехали с карате, забрали мы Антошек. А где там Антоха? Позови его. Скажи уже все, выключать, все, человек будем спать. Реши. Антош, выключай! Все, сейчас уже будем спать. Антон Сергеевич, иди расскажи, как ты там у Вики был? Иди расскажи. Ну я знаю, сынок, что делать. Все хотят спать. Иди расскажи, как ты до Вики поехал? У Вики гироскутер, да? Завтра, мама, мне сколько вставать? Ну, завтра не знаю, сын. Иди, умывайся, чисти зубки, конечно. Расскажи, как ты сам уже пробовал на гироскутере, да? Получалось? Мама, как вот асфальт? Как тебя сегодня забрали, расскажи. Ты рад был? Ну, и что ты там делал? Я хочу, когда если Вика... Будет завтра, чтобы она еще меня забрала. Нет, завтра нет, зайчик, потому что нам на карате не надо. Да когда нам надо на карате, тогда... Нет, вы за мной потом поедете. Ну, знаю. Вы не забудете. Мы, конечно, не забудем про тебя, но все равно. Ну, расскажи, как вы играли с Игорьком, где вы, на улице, да? Антон Сергеевич, мне не нравится вот такое дуние, понимаешь? Давай умываться, чистить зубки и спать. Антош, ты слышишь меня? Да. Тогда давай. Мастер мухобойки. Мастер мухобойки. Стоп. Так, мастер мухобойки. Мама, как надо это убивать мух? Смотри, первый шаг. Покрутить. Готов. Что значит запорол? Ну, убил. Перешлепнул? Переросток. Переросток? Я не знаю. Так, что ты мне расскажешь, сынок? Расскажешь что-то или нет? Или спать? Не хочу спать. Не хочешь спать? А что ты хочешь? Расскажи тогда, что вы у Вики делали. Ничего мы не делали. Что я не слышу, сынок? Мы просто гуляли на улице с Максимом и Легой Моргановой. Потом зашли домой. Все домой уехали. Там, помнишь, этот друг Гришина, он хочет кукурузы. Какой друг? Ну, помнишь, он в садик ходил. Я его не видела. Ну, он уже уехал на велике. А-а-а. Ну, в следующий раз надо ему повезти кукурузу. Никита, что ли? Да, Никита. Ага. Клич, надо ему эту кукурузу, он почти возле Виолетты.
Он ездил с Максимом Магновым. Понятно. И тебе понравилось? Хорошо, ну тогда говори всем. А когда именно карате значит? В пятницу. Значит, в пятницу, чтоб меня они забрали. Ну, мы поговорим. Ой, еще один мальчик пришел. Рот полоскать. Да, это чтобы рот полоскать. А как его? Ну как, почистил зубы и потом открываешь колпачок, наливаешь половинку и полощешь. Я тоже. Я тоже полоскаю. Завтра уже утром буду заливать кипятком. Все равно сейчас прохладно, поэтому с ними ничего не случится. Не нужно, сынок. Афанасий, все, завтра будем с утра закатывать груши. Think I'm crying on my own, but I ain't.